Подписчики в соцсетях читают новости без перебоев. А вот многие куряне, владельцы приставок цифрового телевидения, обнаружили пропажу. Исчезли 10 общенациональных каналов. В отдельных случаях помогла перенастройка оборудования, а остальные телевизоры вместо любимых программ продолжают транслировать значок «нет сигнала». В Курском телецентре пояснили, никакого сбоя не произошло, просто наш регион перешел на новый, более современный формат вещания. 15 января состоялся запланированный переход на стандарт вещания DVB-T2. Это значит, что общенациональные телеканалы в любой точке области будут транслироваться в цифровом качестве. Однако, чтобы пользоваться этой услугой, нужны более современные принимающие устройства. К сожалению, у тех, у кого оборудование старого стандарта Т, оно уже не работает в новом стандарте, цифровой сигнал не воспринимает. Поэтому им необходимо только менять свое оборудование на новый стандарт. Вещание Т2. Скачки и помехи заведущихся работ возможны и при адаптированных приставках. Специалисты обещают, к концу недели картинка на экранах снова станет качественной и сочной.